два дракона, блин, опять. Опять два дракона. Ах ты! Крыса! 3% оставил. Приветствую всех в сольном прохождении Dragon's Dogma. Ну что ж, я тут вспомнил, что оказывается есть еще один босс, которого мы не убили на этом острове. Это смерть. И сегодня мы пойдем бить этого врага. Несмотря на все недостатки этого противника в этой игре, ну, моб довольно уникальный, и мне, в принципе, нравится, как он сделан, и, ну, вообще, ну, интересно, ну, как сказать, не то, что прям интересный, но уникальный такой получился враг. Естественно, для этого я не собираюсь бить ее файтером. Мы снимем специализацию обратно на мистика. Ну, потому что не хочу я файтером. Потом можем попробовать файтером тоже ее побить. Но сейчас, так скажем, лучше не стоит. Лучше не стоит делать. Есть у нас получше ребята. Ну вот уже 100% резист ко сну. Неплохо, неплохо. Так. И здесь мы берем лес тверди, божественный фурор. Бодрости, я думаю, не стоит брать. Ни к чему это нам. Слепота. Слепота на 60. Ну, слепота тоже. Так, ладно, возьмем что-нибудь для приемов. Для приемов возьмем. Да вот. Сменить навыки. Так, навыки. Ну, бросок рога, наверное, достанет до нее. Естественно, нам нужен лес тверди. А, ну, да. В общем, мы берем пушку, метку и лес тверди. Глубинное страдание, фурор. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь, наверное, все оставим так. Заболеваемость не нужна. Ну, здесь что нам нужно? Нам нужно физический урон увеличить, а это жестокость. Горячность.
Где у нас жестокость-то? Вот она. Сбиваемость тоже не особо нужна. Так. Ладно, оставим неприкосновенность и на всякий случай. Хотя ладно, что нам неприкосновенность? Ну да, лучше оставим. Я хотел вместо неприкосновенности вообще освобождаемость нужна, потому что, блин, мало ли попадусь к какому-нибудь червю. Вот. Так, что надо положить? И забрать надо много чего еще забрать. Щит убираем. Сейчас загрузимся опять. Что тут есть из хилок? Ладно, хилки купим. Здесь уже нам нужен физический урон больше. По-моему. Тратить не страшно. Главный враг побежден. Пусть и всего один раз. Но побежден. Ну как один раз? Два раза. Так. Что еще? Что еще? Что еще? Можно взрыв флакона взять на всякий случай. Мало ли. Не знаю, вроде как лесом тверди она нормально валится. Ну, надеюсь, она меня не убьет. Масло надо захватить еще. Масла-то мало. Эх, закалочку бы еще сделать, но это потом, ладно. В принципе, это не проблема. Техника закалки оружия у меня существенно изменилась в пользу скорости. Потому что лес тверди, в принципе, вообще отлично справляется. А у нас вообще чищоба. Поэтому все, охота на смерть началась. Конечно, надо бы место поменять. Ну ладно, что теперь сделаешь? Ничего не сделаешь. Придется спринтовать до нее.
Должны быть тряпки-то. Нету? Другого. Чё-то я такой простой. Оружия так мало с собой нашел. Два меча всего. Так, тут, похоже, никого еще. Обновились еще. Ух! Вот он. Вот он. Да, друг, плохие новости для тебя, к сожалению. Безделушка. Безделушка — это хорошо. Для безделушки я всегда... Так, темный заслон мы берем, потому что он стоит порядочно. Ну-ка, я сейчас зелье полета грез. Не, ну так-то недалеко бежать, но, блин, что поделаешь, надо добежать. Кто тут сейчас тусуется? Сирены. Конечно, остров еще развлечений много предлагает. То есть тут, по сути, можно долго еще играть. Разные комбинации врагов. Но нам надо игру пройти. Потом уже развлечений искать себе. Так. Ну все, собственно, мы почти пришли. Мы почти на месте. Я все жду, может, безделушка с ним будет. С этих друзей. Кстати, у меня должен быть хороший резист к понижению защиты. Не понимаю, почему они накладывают все равно. Так, у меня есть дела немножко поважнее. Собственно... О, ну вот этого парня придется завалить. Потому что он не даст нормально подняться. У него тут штук два помощника. Ой-ой-ой! Пробуем. Ну, вроде плохо. Сейчас за камни потянется, нет? Ой-ой-ой. Что творишь? Смотри, что вытворяет. Смерти пока не видать.
Ой-ой-ой! Блин, я его не вижу. Вообще. Ну давай, 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 да, с фонарем поиграем, правильно. Самое время. Так. Я же неприкосновенность взял, вот для меня сейчас сюрприз какой-то. Блин, без прикосновенности отдыхаешь. Привык, что красная полоска и все, как бы никаких проблем. А тут надо вообще держать эту настройку. Хранятся случаще. Опасно. Так, тут где-то еще один ходит, да? Костлявая, это не появляется. Не хочет появляться. Что обычно червяки? Нет никого. Черви. Так. Странно. Ну ладно, сейчас зайдем, выйдем, появится, наверное. Вот так всегда. Когда надо, не дождешься. Когда не надо, тут как тут. Блуждает здесь, в коридорах этих. Со своим фонарем дурацким. Ты что там, за кирпичами пошел? Да. Сейчас что-то у меня полетит по-любому. Да ёлки, я... Где я промок-то? А, вода сюда. Ладно, завалим и этого тоже. Благо он тут встал. Удобно, в принципе. Ой, парень! Ой, парень! А где они поспит? А, вон он. Yeah.
Так быстрее, честно. О, появилось. Какой у него рейндж, а? Дал. Вроде нормально так. О! Циклопик. Полета грёз и закончилось. Я хотел один на один посражаться, а не как. Так, все, одному полезно. Ну вот, еще не дроп. Все из-за тебя, дура. Ну надо, да, надо. Типа вот это упало. Надо усиливаться. Входим. Да? Шла туда. Эх, блин, мне кажется, даже я быстрее бы ее бойцом завалил. У меня такое ощущение складывается. Потому что не нравится мне, как чищобы тверди работают. В принципе, мы все можем попробовать. Так вперед, смешно. Как бочку. Маленький глазик. Ну, он, в принципе, как камень, но вот там типа. Так, тут, кстати, оружие третьего уровня может лежать. Я обычно мимо всегда бегаю. Можно сменить на файтера, тут в принципе недалеко. А, нет. Только навыки можно менять. Ну и навык можно сменить. Один. Ой, а чё я такой смелый-то, ёлки.
Офигеть. Ладно. Не знаю, вряд ли это поможет, но что теперь сделаешь? Крыса! 3% оставил. Фуф! Успел. Блин. Меня сейчас, правда, убить может все на свете. Но у нас есть освещенное парирование. Блин. О, подхилился. Ах ты. Блин, чё я не сохранился? О, ё-моё. Да, было тупо. Вот так вот, блин. Без хилок, без сердец. Ты идёт нафиг. Неохота мне с тобой возиться, чувачок. Поэтому будешь вынужден принять смерть лютую. Сувениры. Чё вы мне эти сувениры суете? Блин, кто бы мог подумать, где я помру здесь, а? Ну где ты? Ваши костлявые. Не, это опасно, но вот хилочка есть. Теперь может в сундуке открывать. О, броня. Где ее носит-то?
О, смотри-ка, теперь они тут есть. До этого не было. Ну давай безделушку, давай, 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 давай. Ой, еще сильнее. Полчаса уже играем, а я не продвинулся. Как-то. Закон собирал. О! Ну, я не виноват, он мне попался. Я же не знал, что там попадется. Кстати, а если я... Блин. А если сделать... Да что ты будешь делать-то? Ну-ка... Сколько вас тут? Давайте сразу все вылазьте. А вот эта штука, она может как-то червя сбить? А, его здесь нет. Ну ладно. Зато светло. Что-то какая-то. Ну что, появится она здесь, нет? А, там это у меня закончился каст, вот я видел все. Точно, точно, точно. Точно, точно. Ладно. Не, я надеялся как-то ее это в этот раз немножко поход. Но пока не получается. Что там есть-то? Ау-у-у. Ну что, вообще что ли, все, да, спать? Thank you.
Не, она, конечно, может быть от чего-то зависит, это приходит там от количества убитых. Да, хотя нет, блин. Чё я говорю? Ничего от этого не зависит. Но я не могу ее так ждать постоянно. Ну, в смысле. Так, самое главное магов вырубить. Сейчас с этим другом разберемся. Потом уже неплохо. Ой. Вот камнями вообще неприятно. Поставил. Бред какой-то. Самый, я не знаю, нелепый враг. Ребята, как вас сюда занесло? Здесь прикольно, когда лич летает, но он тоже ни о чем, конечно, соперник. Но он вызывает чуваков, которыми просто молниями шарашут без конца. Причем он вызывает и скелетов воинов, и скелетов магов, и зомбарей еще. Полный набор нежити такой. Что за звук? Может, она приперлась там где-то? Играл бы ночью, было бы жутковато. Так, проверим тогда. Так. Точно, она где-то здесь летает. Я так... Да где ты, ёлки? То ли она вот здесь сейчас уж. Хватит орать, белый. Такой звук появился. Жутковатый. Да, она где-то внизу там тусуется. Все, я иду, 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 не переживай. Надо было сохраниться. Ну давай, появляйся уже.
Ёлки-палки, ты где? Не, ну слышно же было ее. Теперь непонятно, где она. Ведь время уходит. А, о, летает, отлично. Я вот так вот ее даже больше не понимаю. Смотрим, сколько есть света. Ой, дурачок! Бегай! Свет мне вообще ничего не делает. Я камень взял, ладно. Это был тест. Тест. Все, ушла что ли? Бьешь вас, бьешь, а вы все с этими камнями воскрешения Ну да, тут по сути, кроме глубинного страдания, ничего не надо. Бросок рога только нужен был. Бросок рога надо было оставить. Опять ее нет нигде. Опять нигде ее нет. Она иногда прямо на лестнице здесь появляется. Но не сейчас. Я сейчас поменяю на бросок рога. Потому что все эти чищобы... Во-первых, мобильность теряется, пока ты это все кастуешь. Во-вторых, урон не такой, не сказать, что какой-то прям фантастический. Ничего особенного вообще. Гораздо лучше работает глубинное страдание. Зацепил глубинное страдание и фигачишь мечом. Жалко, что у мистика нет небесного хлыста. Это вообще, это было бы просто вообще топ. Топчик был бы, топчик. Здравствуйте.
Вот если можно, ну как сказать, некоторые люди, они на животных похожи, да, и если вот этого чувака с животным каким-то сравнивать, вот мне он все время какого-то петуха напоминает. Не в обиду, просто если сравнивать повадки его, вот, движений, как он одет, какой-то такой, как бы... Петух, в принципе, бойцовская птица, но вот я говорю, ассоциируется. Не в этом, не в плохом смысле, а в нормальном. Так он выглядит, еще и головой туда-сюда. Так, ладно. Да, это нам не надо, короче говоря. Я возьму, наверное, вознесение. Как всегда, вот сюда его поставлю. И бросок рога. Ну и нет. Короче, оставим. То, что я так уважаю. Надо хилки у него купить. Хилки у нас не под запретом. Поэтому будем хилки покупать. Ну вот, теперь со страданием. На то. И нормально будет. Жалко, усилителя нет на эти приемы. Было бы клево. Было бы клево. Так. Смотри, обновились. Добьёмся. Ну давай, родимая, не подведи. Не подведи. А то с невесомым вознесением. Да? Мобильность повышается. Не подведите, братцы. Так, ну. Давай, твое же обиталище-то. Родное, можно сказать. Ты ж тут тусуешься постоянно. Давай, давай, выходи. Не разочаровывай. Ёлки-палки. Сколько ее ждать? Можно, конечно, развлечь себя драконами, но мы здесь не для этого. Не для этого. Мы здесь, чтобы сразиться с самым опасным. Обитателем. Да, вот с ним. Ты самая опасная. Ух ты, смотри, как ты. Оп! Тихо. Что это? Крепкий стал. Что обычно отлетает быстро. Вот его хватать нельзя. Ну, его остаток. Станок. Нет анимации. Ну где ты? Да. Это вообще не интересно. Ну что? Нет? Нет?
Я не знаю, что делать. Ну пойдемте дракона убить. Приманку я выложил. А, нет, не выложил. Ну давайте приманку положим. Может, огр придет. Только грибы трачу, бегаю. Сейчас вернемся сюда еще разочек. Ну, скорее всего, огр сейчас будет сидеть. Никого. Никого. Все, пойдем бить драконов, если получится. И заканчивать надо. На драконов закончу тогда. Это обычно 2-3 дракончика. Стабильно. Ну да. Который мне сейчас по щам надают. Ой, тихо. Предвиденности у меня нет, ребят. Вы так поаккуратнее. Эй, схватил. Ой. Хорошо. Что-то я чувствую, что мне не бьют. Господи, на да. Лучше со смертью подраться. Блин. Не, я не готов. Не готов, не готов. Ну правильно, я ничего с собой не взял против них особо. Какой на радостях, типа крутой 200 уровень, дай ему на убит. А шиш тебе. Не, ну чем их бить? Вот чем их бить? Броском рога? Световым мечом, темным заслоном по голове. Ладно, попробуем что-нибудь сделать. Раз смерть не идет, она ведь не идет, правильно?
В принципе, есть разрушительная метка, но чё, у меня даже этого альманса нет. Что печально. Ну, челлендж, челлендж. Я думаю, сейчас может что-то получиться, конечно. Да ёлки, ну не так же это делается. Не, кадр красивый, но толку от него. Ой, а где мои зачарования? Извиняюсь. Вот этот кастер, блин. Реально как-то... Подзадал, блин. А есть что-нибудь? Магии. Это не от магии. Да блин, ты еще там летаешь. Не, если этого нет, то в принципе... Так, главное сейчас не помирить. Чтобы не помирить, надо подхилиться. Если вынести Вирма, то может получиться. Но поскольку лед и пламя, да? Палки, ну да, да, вон дружбан. Есть. Не готов. Так, дружочек, теперь давай с тобой разберемся. Нет, не так. Да, блин. Мощный.
назначить. Максимум, что можно сейчас попробовать назначить, это освещенный зачарованный. Я не даю. О! Ну хоть так. Нет! Если бы он хотя бы взлетел. Да ёлки! Отлично. Ну все тогда. Вперед. Опять глубинные страдания кончились. Скажи, брось! Да чё ты? Да не то я нажимаю, да ёлки-палки. Блин, ну этим ударом он же никогда не попадает. Ну никогда. Дурак! Ну все, приехали, называется. Блин, обидно. Реально обидно. Сколько времени? Толку никакого вообще, никакого прогресса. Убейся здесь этим драконом двумя. Нет, только не молнии. Эх, мне нужно...
ля-ля, не ем. Я извиняюсь. Ну, кастер, блин. Как же тебя бить-то? Ну что ж ты падаешь-то, ёх. Нельзя падать, нельзя. Что я делаю? Сейчас надо срочно убивать его. Все так? Ох, как душно с вами, ребята. Да, да, вот, правильно, вот с крылышками помашу. Ну, это колдовство, да. Не надо, не надо, не надо, не надо! Так, знаете, что давайте сделаем? Давайте сохранимся, блин. Это будет, возможно, читерство с моей стороны. Ну и достаточно уже я настрадался за эту серию. Чтобы не геройствовать лишний раз. Это кто? Серьезно? Вы серьезно? То есть все равно два дракона, да? Типа, чё ты там сказал? Ну, это, конечно, сходство вообще. Сходство. Полнейшее сходство. Да. А кто ближе-то? Вроде проклятый ближе, да? Ну давай, замечай уже. За денег не знаю.
Не, они один. Блин, этот раньше заметил. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Этот проклятый вообще какой-то придурок. Кому там студия, что из вас, ребят? Ну да, конечно, тебя одолевают сомнения, меня одолевают сомнения. Меня такие сомнения одолевают. Два дракона, блин, опять. Опять два дракона. Тебя бы не одолевали со мной? Да что ты будешь делать? Он появляется и появляется. Ладно, давай этого подманим, раз он поумнее, так скажем. Да, ты думал, сейчас схватишь, да, меня? Ты сейчас схватишь, чтобы кое-что другое. Когда упадешь-то? Вот и баиньки. Вот и рога. Упали. Да? Так, теперь этот друг остался у нас. Уф, прям драконья серия-то получается. Ну, вообще, без царя в голове, как говорится. Парень отдыхает, все у него хорошо. Так вроде почуял. Что-то здесь не так. Точно.
Какой-то тут оружие ходит. Какой-то тут оризон, блядь. Что это за оризон? Да ёлки. А у меня посохи нет с собой. А что у нас есть тогда? У нас есть парирование магмы. Но посоха с собой нет. Так, зазубренные когти, да, помогают сбивать. Вроде успел. Может, не до конца, но успел. Не хрен там летать. Летает он. Да ты достал от него тоже. А, нету. Парирование магмы у меня нет. Ну, ладно. Все мое. Чего вы тут охраняли? Показывайте. Наверное, просто что-то мега-мега ценное. Или кристалл разлома. Ни больше, ни меньше. Безделушка с острова Крит. О, кстати, безделушка с острова Крит. Хорошо. Ладно. Остальное в следующих сериях. Dragon's Dogma в соло. Всем пока.